Всем привет, с вами Константин, компания «Строй город Анапа». Сегодня я хочу взять отзыв у Евгения, который приехал к нам и выбрал дом для своих родителей. Но как он это сделал, расскажет сам. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я приехал в станицу Костогаевскую из города Биробиджан, еврейская автономная область. И в компании «Строй город Анапа» заказал строительство дома, 106-й проект для своих родителей. А участок, конечно, выбирал я долго, смотрел много и проектов, и участков. Ну, на улице Пролетарская мне понравился участок. Вот я пришел и сказал, это мой участок, я хочу здесь строить дом. И какой дом выбрали там? Какой проект? 106-й проект. Полностью устроен, да? Полностью обустройство дома, да. Что-то внутри стали менять или проект оставили так, как он есть? Проект внутри остался такой, как он был. То есть внутри никаких переделок я не стал делать, а снаружи, да, я заказал, получается, бойлерную дополнительную, утепленный навес на бойлерной, обустройство подвала под террасой, ну и так вот. Почему сами решили приехать и все увидеть своими глазами, а не родители? Ну, во-первых, на самолете родителей отправлять, посмотреть не вариант, поэтому приехал. Сам своими глазами увидел, потому что смотреть монитор – это одно, а когда находишься на участке – это совершенно другое. Надо ощутить это все. Ну и заодно отдохнуть и увидеть его. Приятно, полезно, в общем, да? Здорово. Хорошо. По поводу, может быть, оплаты, рассрочек, как вам компания идет на уступки или у них какие-то свои специальные правила? На уступки и рассрочка, уступка, да? На целый год. То есть с компанией договорились, и последний взнос будет через год. На период строительства дома я частями вношу. Вы заказали полностью подряд. С нуля будем строить вам дом. Полностью, да. А место как вам? Место чудеснейшее. Чудеснейшее. Еще какие-то варианты смотрели? Вариантов было много. Смотрел на крайней станице, смотрел соседние станицы. А, нет, все-таки инфраструктура Костогаевская решила. Переодолела, да? Да. Взяла верх. Там, я как помню, но у нас на Пролетарской 36 два земельных участка. Вы взяли себе левый, правый? Левый. Левый, да? На левый. Участок с плодовыми деревьями. Вот. Участок 700. Участок отличный, высокое место. Все понравилось, да? Да. Когда застройщик обязуется вам сдать дом уже полностью готовым? Какие сроки поставили? К июню месяца. Следующего года уже будет все готово. Сроки это вам застройщик или вам такие сроки были интересны? Мне такие сроки были интересны, потому что строить сегодня нет смысла именно сейчас начинать стройку, потому что дом будет нужен где-то к концу весны. Как раз родители в это время переедут. Ну, конец весны начало. Ну, погода как вам здесь нравится? Погода чудесная. Родители были уже здесь или еще ни разу не были? Нет, не было. Ни разу, да? Они полностью, в общем, доверяют вашему вкусу. Да. Что выбрали, где выбрали, какой проект, да? Но я думаю, что они останутся довольны. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть желание переехать в станицу Костогаевскую, в Анапу, в Анапский район, вы можете обращаться к нам в отдел продаж. Земельный участок по соседству с Евгением еще пока в свободной продаже. Мы его, я как вам говорил тоже, мы его приобрели только буквально на той неделе. Вы уже сразу один участочек себе приобрели. Молодцы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, к Евгению, вы можете писать ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Звоните нам, мы также полную информацию вам можем предоставить. Спасибо за то, что вы смотрите и, как Евгений, приезжаете, выбираете участки. Это очень хорошо. С вами был Константин и компания «Строй город Анапа». Всем пока, до новых встреч!